Приветствую вас. Знаете, первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что я бы озаботился повышением финансовой грамотности вашей. Вот. На самом деле, вот, потому что как-то вот у вас мало очень этого, то есть у вас, по сути, получается такая история, что все работают, вот просто все работают, а денег как не хватает. Вот. То есть тут вот нужно смотреть, насколько грамотно вы ставите свою деятельность, насколько грамотно вы организуете ее, насколько грамотно вы управляете денежными средствами, денежным потоком своим. Скажем так, вот, потому что, ну вот, вызывает некоторые сомнения, конечно, эти вопросы, вот, которые имеют место быть. Это первое. А второе, вы пишете, что, значит, когда вы вышли на работу, ваш муж стал много работать, когда вы, точнее, стали мамой, да, муж стал много работать, значит, потому что не хватает денег, вот. То есть, поймите правильно, но здесь история такая, что мне не очень понятно, насколько была хорошей идея, хорошей и скорректированной идея завести ребенка вообще. То есть, если у вас проблемы с деньгами, если у вас проблемы с денежными средствами, если у вас все работают, то заводя ребенка, вы вообще чего ожидали? Вот. Заводя ребенка, вы вообще чего хотели-то? Вот. Вы вообще на что рассчитывали? Как бы заводя ребенка. Вот. Понимаете? Какая история? Поэтому мне здесь вот кажется, что вам надо бы именно это, в первую очередь, для себя определить, вот. На что вы рассчитывали. На что рассчитывал ваш муж, возможно. Это возможно, это тоже важный момент. Я, конечно, не знаю, может быть и не так это. Но в любом случае сбрасывать со счетов подобное нельзя. Вот, если ваш муж ждал чего-то другого, а получилось то, соответственно, данный аспект и является причиной того, почему он срывается на вас, на ребенка и так далее. Вот. То есть, грубо говоря, вам нужно разговаривать, вам нужно, грубо говоря, отвлекаться, вам нужно, грубо говоря, расслабляться. Откладывается такое ощущение, что вы этого вообще не делаете, занимаетесь только работой и все, и больше вообще ничем.
знаете, вот. Так что, вот это вот, я думаю, в любом случае нужно разбирать. Вот. Ну, понятно, что... понятно, что причины, которые за этим стоят, нужно вскрывать потихонечку, да, то есть смотреть, чего не хватает вашему мужу, например, стараться дать ему это, да, вот, с одной стороны, не реагировать на его срывы, потому что они из-за напряжения, из-за трудностей, из-за проблем между вами, да, вот, но с другой стороны и не позволять ему так себя вести, потому что вот вы говорите, что он вас обижает, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. С другой стороны, обида – это все-таки довольно детское состояние, и вам, ну, не рекомендовал бы я вам ему поддаваться, в том плане, что ни к чему хорошему оно не приведет вас. Вот, поэтому тут, на самом деле, очень многие вещи зависят от вас, вот, очень многие вещи. От того, насколько вы сами готовы менять свое отношение, да, свое поведение. Вот. То есть, может быть, имеет смысл все-таки вам работать перестать, несмотря ни на что. Вот. Ну да, вам не хватает денег, может быть, но зато, по крайней мере, у мужа будет все более-менее неплохо, вот. И это могло бы помочь. То есть нехватка денег лучше, чем нехватка нервов. Вот. Ну и обратите внимание на то, что вы же не поставили вопрос никакой, да, то есть нет вопроса с вашей стороны абсолютно, вот. Вы говорите только о том, что помощи ждать неоткуда, но помощь ждет кто? Помощь ждет жертва. А не жертва берет дело в свои руки и смотрит сама, что вообще можно сделать, что я могу сделать, смотрит как бы этот человек. Вот, и я предлагаю вам, ну, именно вот в этом направлении двигаться, да, то есть посмотреть, что именно вы можете сделать, как именно вы можете данную ситуацию повернуть, как, что вы, на что вы сами способны для того, чтобы исправить то, что происходит, да, вот, то есть, может быть, имеет смысл мужа почаще спрашивать о том, что ему нужно, о том, чего он хочет, о том, что ему необходимо. Вот, может быть, имеет смысл почаще мужу дарить ласку, дарить тепло и так далее. Ну, вот, понимаете, это вопрос коммуникации в вашей семье, на самом деле, да, вот, то есть, если коммуникация в вашей семье недостаточно искренняя, да, недостаточно полная, то вот происходят такие вот неприятные истории, которые, ну, в общем-то, впоследствии ведут лишь к одному негативу. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете, надеюсь, что
этот ответ помог вам, понимаю, что он недостаточно полный, потому что, ну, по сути, не раскрывает ничего, что между вами происходит. Вот, но, к сожалению, в рамках того, той информации, которую вы предоставили, больше вам ответить не представляется возможным. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.